Да, пацаны. Стиви Вандер, Элголанде. Рядом девочка на бумере, типы на граде. Короче, пацаны, что, ситуация такая, тачку поставил на продажу. Зачем, почему слишком много времени, сил уходит на все это дело? Все, что хотел, сделал, покатался, получил бешеное удовольствие. 7-й год, 7 лет она уже, 16-го. Короче, 7 лет она уже у меня, поэтому сколько всего было. Понятное дело, там продаешь друга, продаешь это самое, но здесь немножко другая ситуация. Так, ну что, пацаны? Потенциальные покупатели попросили меня приподнять машину, потому что ее хотят загрузить на автовоз, в Москву отвезти. Вот поэтому сейчас меняю задние пружины, это делается быстро. Спереди чуть поэта, надо там винты подкрутить, чуть повыше сделать, вот. Да, тачка, ну, не знаю, скину задаток, в общем, машину выставил 365, 350 ее отдаю. Считаю, это нормальная цена за этот автомобиль. Конечно, можно поставить 1-2-3 и ждать покупателя очень долго, вот. А можно я маме привет передам? Я в Ютубе. Мама, я на поле чудес. Мама, я в телеке. А ты бой со мной, старина. На полутона выше бой со мной, старина. Адика оригинал. Адика оригинал. Пока ты ползал, я нагинал. Ты ползал, я нагинал. Адика оригинал. Так, ну чё, пацаны. Не знаю, как получится зато с этой продажей. Вот. Ну, как бы, чего от меня зависело, что я смог, подсобрал там кое-какие сопли по салону, тырым-пырым, в целом, все работает, почти все. Мне кажется, в этих машинах нереально довести ее до идеала, вот. Поэтому, что еще рассказывать вам, братва? Грустно, конечно, столько времени она, как бы, была со мной, и, кстати, многое то, что я сейчас имею, благодаря ей, потому что эта машина познакомила меня с огромным количеством людей. В общем, это такая история, скажем так. Но история должна заканчиваться, начинаться новая история. Поэтому лувитоны, все дела. Вот. Поэтому завтра с утречка должны приехать ребята, посмотреть, если все устроит, заберут ее. Вот. А мы будем двигаться дальше. У нас сейчас 36-я на подходе. Сейчас ее везем к кузовщику. Там надо пару вмятин выпрямить. И потом она едет в малярку. Уже там частично куплены материалы. Вот. К этому времени я должен подготовить, найти колеса, диски, резину. Короче, все это дело надо подготовить заранее. Там салон почистить частично. Вот. Поэтому такая история. Как бы приподнял машину, думал, может, новичком прокатиться, но понимаю, что если... Ну, типа, не хочу расстраиваться. Вот она здесь стоит, ждет новых этих самых... Очень много людей звонит на Авито, просто меня просто... Продавать машину вот такого плана, типа, а-ля проектную старую, это просто мучение, ужас просто. Я уже устал разговаривать по телефону, просто люди... Я понимаю, что все хотят купить идеальную машину, но, к сожалению, за 350 тысяч рублей... Сейчас не купить ничего, к сожалению. Сейчас цены улетели в космос. Я, конечно, это не поддерживаю, но от нас мало чего зависит. Поэтому, ребята, такая ситуация. Грустим потихонечку, но я понимаю, что это только начало. Машина, я сделал все, что мог. Все, что хотел, все, что мог. Сейчас, возможно, новые, так сказать, силы в нее войдут, и новый владелец вздохнется, там, вдохновится и начнет делать что-то еще. Потому что в этих машинах всегда есть что сделать. И я считаю, что привести эту машину в еще лучшее состояние, не нужно больших вложений. Частичка где-то салон подсобрать, поискать какие-то пластмассочки, резиночки. Вот. В целом мотор ездит, не дымит, не коптит. А в любом месте, где бы я ни появлялся на этой машине, всегда внимание было максимальное. Максимально в любом месте... Она не идеальная, она не идеально покрашена, она не идеально то, не идеально это, она не на оригинальных колесах, но эта тачка всегда притягивала к себе людей, и я познакомился с огромным количеством ребят. Эту тачку собирала тоже, к ней приложил очень много рук.
и сил, и огромное количество людей. Ну, это было потихоньку, со временем, как бы, да, там, я познакомился с многими ребятами. Кто-то сначала он был на пневме, мы ее красили, ставили обвесы, потом переделывали, потом ставили мотор, потом я купил... Короче, это очень длинная история. Но тачка дала очень много эмоций. Я повзрослел за это время, как бы прошло очень много времени, да, там, 7 лет. Вот, поэтому считаю, что нужно двигаться дальше. Мне интересна эта тема. Дай бог, все получится, и мы что-то еще интересное соберем и покажем. Вот, планы есть, но как пойдет. Сами понимаете, работа, семейная жизнь. Вот, хочется, конечно, заниматься хобби, но по мере возможности. Поэтому ждем завтрашнего дня и будем, возможно, прощаться, а возможно, ждать новых покупателей. Поэтому вот такие дела. Это мое последнее видео. Оно, конечно, снято так себе, видимо. И я после него останусь невидимым. Сам себе зрителем. Это наше с вами кино. И мы для вас его снимаем давно. Но есть но. Все закончится когда-то должно. Это мое последнее видео. Оно, конечно, снято так себе, видимо. И я после него останусь невидимым. Сам себе зрителем. Это наше с вами кино. И мы для вас его снимаем давно. Но есть но. Все закончится когда-то должно. Разве похудел, питаясь нормально, да нема. Мы были тут и в топах, и мемом. И я ловил себя на мысли, когда читал на сцене, что брат за мной, как горой, перед ними всеми. Я помню перелеты, как с нами летело время. До тех старых и сведенных от колена демок. Я помню взлеты и сколько уходило нервов. И вдруг как будто бы полет наш прерван. God damn it, я точно знаю, что на экране черном скоро пойдут титры, и вроде о чем нам. У нас жизнь ровно шла, и как мяч крученный, но всегда готовы друг другу подставить плечом. Мы те, кто из заключенных в артисты. У нас перед тем, как сделать, подумай, раз 300.